С 10 июня продолжает подъезжать к нам в гости с братом Никитой. Ну заезжайте, можете задний дать. Вот, подъехали. Мир тебе, Вика. Иди. Проходи. Да, что тебе? Ушатало? О, о, даже мило. Как вы нас обогнали? Да, как вы нас обогнали. Вы же были в храме. Вон еще едет, Виктор Николаевич едет на газели. Статистика. Дядя Володь, где мальчик будет размещаться? Мальчики в том доме. Сейчас. Что, у дяди Паши? Да, мы будем жить у дяди Паши. Там же самый классный дом. Брат, принимай мальчиков. Там же столько хвастых. Дядь Никита, я принес табличку для учения глухонемого языка. Вот они, подъехали. Тебе, с миром, Рима. Мы там пошли же, в хату. Там уже одна сестра командует на кухне. Мир вам, Игнатий Иванович. Мир вам. Сейчас бейте это, разгрузите главный груз, кейте потом туда, и потом мне компьютер и мои мешочки. Угу. Видите, сколько истоптали травы. Это Рыжка приехала, снимай, сейчас еще одну. Добрый день. Мир вам. Проходите. Так, у нас что в этой машине-то? Что-то есть? Вот в этой. Что там, вещи или что там? Рыба, наверное. Матушка, возьмите. Это рыба. Морозилка сразу. Тяжело будет? Надо нам сказать тогда, чтобы они здесь лупу снимали. Зачем? А, или там пока еще. Сюда разбежали? Да, сюда. Сейчас я позову Никиту. Брат, ты где? У тебя дома? Приди сюда, надо разгрузить машину тут. Этих парней захвати тоже. Вот сюда можно пока стаскивать, на эту, на веранду сейчас. Давай. Сейчас мелочь снимем, а потом остальное. Ну, еще на вот. Это он положил. А? Вон, шофер положил. Давай, ты где остальные-то? Куда? Сейчас вам Никита пойдет. Проебай. Большие, только сидите, носите маленькие вещи. Сейчас дайте разгружать машину. Это рыба. Это рыба, Игнатий. Рыба, пока посаду сюда. Это куда? Добрый день. Добрый день. Куда-то ставь на это или куда? Там видно будет. Это чей кровь?
пожалуйста. О, сразу шум, гам начался. Да. Бедная ласточка там улетела даже. Пошли помогать, девчонка. Подожди, а кто тебе сказал тащить-то? Мешки-то не надо сюда. На лабас, на лабас. Конечно. Крупно-то мешки-то, наверное, не да, надо. Да, на лабас, на лабас. Да. Мешки тоже, увидят другое место. Хорошо, все. На нас туда? Мешки. Володя! Мешки. Может, по одному мешку оставить это здесь? Да я не смогу доехать, у меня вон отпало, видите, я не могу. Ну давайте, выгружайте тогда, да. Сейчас сделаем. Куда зайдешь и влево туда, чтобы сырость не попала. Сейчас. Брат, помоги. Володя, вперед. Да раз, ты хорошо дрынькаешь, не летает. Ваня, помогай. Хорошо. Помогай, мешки тащи. Ну, жди теперь, сапоги где-то другой машине. Вы вдвоем берите, это кто постарше девочки, с одного, а Ваня бери. Я не буду брать мешок 50 килограмм. Ты же камеру отдай девочкам и неси. Давай. Мешок. Не возьму, сейчас подожди, ребята идут. Иди отсюда. Вон. Никита. Витя, бери. Витя, иди сюда. Вот, ты говоришь, две девочки. А Володя, ты меня не удивляй. А что не удивляйте? С двух богов встать. Девочкам, даже чтобы без меня такой мешок не поручал. Я тебя просто прошу по-человечески. Конечно, по-человечески. Все. Ладно. Так, что у него есть? Полностью освободить и помочь ему привести себя. Проверь. Илья. 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 Сейчас что там, в газели еще что-то есть? Да, в газели, это только начало. Что там, в газели основное. Все. Нет. Ну нормально. Да. Ну только он запастует. Может, давай. Яма, она щелкает. Пока. Твоя запаска. Ну, конечно. Сейчас газель будем разгружать. Два раза, три раза. Ну все, давайте, всего хорошего. Всего хорошего, с Богом. Спасибо. Встань так, чтобы я вот так же подъехал. Угу. Напротив. Сейчас будем газель разгружать. Хорошо. Брат Никита, сейчас газель будем разгружать. Сумки. Ну, сумки. А зачем у нас сумки? А голова здесь, а там это. А там кто приехал, Игнатьевич? Сейчас, а? На легковой машине кто приехал? Галина из Новокузнецка. Она помогать будет. У нее тоже товары. А. Да, да, вон. Этот дом сделан на таких мощных сваях, что он выстоит даже при атомной бомбе. Под травой тележку бросили. Не-не-не, Игнать Иванович. Здесь положили. Это матушка траву забирает себе козам. Вон она трава, вот она машина-то проехала по ней. А, по ней проехала. Трава. Где попала? Вот она еще раздавленная. Колеса. Машина-то пропала ваша. Понятно. Сколько раз говорил, не бросать на дороге. Нет, бросили, все, вон она машина, ты же куда попер, видите. Зачем, я говорю, тут трава растет. Ну они не деревенские, они не понимают. Не давай, чтобы это капли дождя падали. Ну, понятно. Убирай, Иван. Маленько можно. Галина, вперед и... Выворачивай. И выворачивай. Сюда. Вперед маленько, проверь. Да ладно, открывай. Смотри, что сделали.
по ей ездят прямо по этому. Твоя работа. Не наезжал. Первый театровый. Вы что это на меня катите? Я нынче вообще сюда не наезжал. В прошлый раз ты отломил, когда... Вы что на меня наезжаете? Хорош! Давай! Хорош или давать? Сразу наезжаю. Только садите. Все, пойдем разгружать, девчонки. Одеялки всякие, это мы занесем. Тащите, берите. Давайте легкое нам. Девочка. Вот. Это тут девочка. Володя, я донесу, тащите. Донесу. Девочки, на тебе одеялки. Малыша, вкусно вы прям берут. Давай. Здравствуйте, Владимир. Брат. Сестра Галина. Все, спасибо, Стас. Понял. Вот приехала. Проверить тут вас всех. Да, проверить. Ну давайте, проверяйте. Сейчас начали разгружать. Вот это все там можно брать. Покажи. Так, ребятишки, иди сюда. Так, иди сюда, зови всех, руки-то держите. Так, держите. У кого ручки готовые? Туда несите там. Для добрых дел. Для добрых дел? Надо девочек позвать. О! Девочки! Давайте. Где там девочки? Какой? Ручейком. Ручейком давайте, чаечком. Ага, да, выкинете. Сюда? Кто там большой-то? Где большие-то? Люди-то где большие? Где? Вон все идут. Все забились там. Ручеисты. Ой, Никита, здравствуй. Иди сюда, разгружайся, смеешься. Давай. Витя, поскорее маленько убери это. Масло отдельно. Так, Ванечка, да, давай. Ручейка из нас не получилось. Ручейка, давай. Так, иди сюда. Живенький. Как обычно, потеряка встречает дождем гостей. Так, вот и все, а тут что? Все. Вот, да. Все, так, там им открой дверь, они там будут брать. А вот и что. Ой, осторожнее. Володя, куда пойдем? А? Ручейком быстрее. Терентий. Кто его знает? Нет. Кто? Терентий? Кто? Вот это? Как тебя зовут-то? Кого, меня? Да. Иди, бери быстрее. Чего стоишь-то? Ну, все равно на бутылке. Раз. Так, вместе? Ведущий. Все, стоп. Илья, вперед. Все. Маска за Наталья. Наталья Галина. Это братьям, братьям. Никита вот тут. Надо твою машину. Здесь ничего не забирают. Ну это Надежде Васильевне, вот вам. Это дом на брови. Она всех нагружает. Значит, зеркало хотела. Надя, иди хочу. Тихо, масло. Сказала, смотри, дома. Идите, идите в дом. Не мог. С той стороны открой-ка, Галина. Там мешок не заберу. Детей не надо, только мужчин. Витя, с той стороны мешок бери. Все? Отведи в дом, не могу. Вика, заходи в дом, не надо. Сырый сейчас. Адаптация пройдет. Все. Так, сейчас выезжаю на машине. Иди. Там вот, прямо в ворота заезжай, и маленько дальше проехал, видно гараж, рядом. А Витя тогда мимо проедет, ты будешь стоять тут. Да вообще-то зачем? Ты ставь машину там, где находиться будешь. Сейчас отъехай. А я не знаю, куда мне вот покажете, где мою постельку. А? Постельку мою покажете. Да вот сюда, иначе, значит, вот так вот встает. Вот он показывает. Вот так. Хорошо. Вот так. Вперед и назад. А Витя еще не разгружался. Ну вот он сейчас должен подъехать. Надо оставиться. 4 единицы у меня для Надежды Васильевны. Ну так, да, встанешь так, чтобы... Прямо отвели машину. Ладно. Вот это ее, вот это. Вот это, все, да? Надежда, и в доме ее. А кабаш, это еще? Надежда Васильевна. Это не принес к нам это. Извините, ну не знаю. Никак это. Так, а вон поверху что? Это мое все. Так, все. Это кастрюльки, ее машинка. Нам лишь бы не пропало, что там продукты. Вот сюда, пожалуйста, ставьте машину. Продуктов нет. Продукты можете съедать. Да, благодарим вас. Сюда, сюда, сюда. Давай, 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 дальше, дальше, дальше. Как раз ямы нет, нормально. Все, давайте, давайте. Еще, еще. Да ты, давай. Все, все, хватит. Отлично.
мешках наших. А мешки в газели. Сейчас. Ворота бы не свалил бы. Давай. О, сука, я называю это возбудитель аппетита. Тут самый главный груз. Мы сейчас разберем, сколько надо. Мелочь. А будем все сюда ходить? Четыре мальчика. Все будем сюда ходить. Еще, еще. Хорош, хорош. Хватит, хватит, хватит. Встал под нагрузку. Открывай. Сейчас Витенька откроет. Нажми на дверь и открывай ее. Да. Ну не ломай, не ломай. А, закрыто там? Куда ломаешь? Он заходит, дурень, мается все. Да это я ему сказал, думал, ты такой. Зачем ломал-то, скажи? Да. Не сделать не можешь. Балбес. Показать ты дурь свою. Да чего ты? Нас не можешь, заставим. Так, открывай. Ребятишки, пойдемте вещи носить. Они уже там в пианино играются. Коля, успокойся. Она расстроена. Че вы там на нем? Это просто ужасно. Как на нем играть? Да никак. Или да. Давай, чтобы... Нет. Давайте пока так. Ручейку просто. Нет, бери. Вдоль этого. Тяжелые вещи вы отойдите. Наши вещи... Мальчишки. Раз. Наши вещи сразу относим. Ой, не упало. Занеси туда. Сейчас. Туда. Подожди. Туда. Отдай. Занеси. Самый драгоценный продукт. Покажи, покажи еще такое. Никита, дай сюда. Покажи. Видишь, что какие? Ой-ой. Какие пряники. Вот, иди. Это без рук он все купил. Какие сладости. Учения. Так что голову не умрем, да? Рука. Тут еще много доработок, сестра. Дверь закрывается автоматически. Туда, занесите от дождя. Давай. Вот так. Понятия не имеет, стороночку его надо. И еще один раз, да? Да я не знаю, что там такое. Пакеты? Мешки. Да это вон на веранду занесите, как заходишь на налево. Заносите. Налево там куда-нибудь суньте. Куда-то наверх, горе наверх. Да просто налево, налево. Налево, налево, налево. Где кепка? Выдержи там все. Ваня, где кепка? Фрося, Ефросинья, ты не забывай, не прикасаться. Да, вот это вот, вытаскивай. Давай. Так, вытаскивай. Как это работает, как собака? Вы знаете, что не открывает. Вы можете что-то раньше делать. Работало, все нормально было. Тогда не знаю. Занесите туда где-то в угол, поставьте. Это знаете что? Надо склад туда тащить, подожди. Склад-то еще закрытый? Открытый, открытый. Так, идите туда, там откройте, там стену где-нибудь. Держи кто, а? Thank you.
Дверь, брат, прикрой ее. Сейчас. Тихо. Не бойся. Ой, она расстроена вся. Она старая. Давайте на себе. Вообще там окна. А Володя снимает. А я думал, никто не снимает. Ну ладно, тогда снимай там дальше. О! Пищей такой. Это наш. Это наш. Да. Слава Богу. Ну давайте. Ты мне нужен там. Вот так. Это Владимир Пащенко снимает. Да, а ты Игнатьич снимает. Есть снимает. О, Всё, давайте работать, да? Давайте. Да, Патрита, не надо брать, порвёшь их. Не-не-не, ходите. Ну тряпки-то эти, зачем они здесь? Не относить портфель, что? Хорошо, держите. Хоть как-то маленько бы тряпки-то подвинуть. Так, это что-то какие-то бутылочки. А вон, на кровать положите. Это скраб. Всё, отступаем. Дядь Никит, отступаю с победой. Я нашел свои вещи. Отступаешь. Домой, конечно же, к себе. Домой к себе, понятно. Вы вообще не при делах, братья. Мама, дай мои вещи, подожди. Вроде как появились. Сейчас с Никитой пойдешь. Подожди. Один-то не ходи туда. Хорошо. Дай ему мои вещи. Включай режим ожидания. Возьмете утро. Все, достали. Утрока возьмем. Это не твои, сынок. Сейчас отдам твои вещи. Давай. Мы-то где будем жить? Здесь или там? Здесь. Пока здесь. Да. Сейчас ты хотел донести надо, разгрузить, а потом дальше будет время свое коротать. Вина. Это ты. Не детям дома. Вот тут. Давайте. На это соль-то есть, может ее. Соль есть, еще будет. Засолим все. Рыбу солить будем. Ловить. Пока все не съедим. Сколько муки сюда? Муки сюда сколько? Один, я думаю, нашел пока. Один? Два. Это скромно. Неси два. Будете печь-то помногу. Тут уже мышки еще бегают. Да? Ну, у них бывает. Частенько сейчас хворает. 80 лет она здесь поработала на солнышке. Ей хватило этой тренировки. На недельку. Да. Первый день дождь у вас? Первый день, да. Тут жаркие дни такие были, стояли. Я имею в виду такой обильный дождь. Ласточку, так-то... я тут гнездо ищу. Вот оно, вон. Свежее гнездо они. В этом году они сделали. Они боятся просто, шумно много. Первую, мне там, между прочим, яйца. Это застывает, наверное, уже. Ну, давай спрячемся. Вот они, а как она залетает? Так, ну через фоточку. Отходите в сторонку. Так, ну остальное на лабас. Там надо вдвоем там не поднимем. Ну и да, я сейчас освобожусь. До конца. Ну, сейчас все. Ну, чтобы узнать, да, интересно.
Я книжки застолбила. Только так. Только не драться. Спокойно по-христиански себя вести. Мы просто заняли кровать. Мы просто заняли кровать. О, кстати, надо... Надо еще одну там. Огнюш, пошел. О, моя, которая рядом с... Я тебе сейчас... Тихо, не мешайся, мама. Владимир. На. Идем, там всякая крупа разная. А, ну все, идем, ладно. Слава Христу.